В ближайшие 5 лет в Твери отремонтируют 265 километров улиц. 27 февраля губернатор Горудыни провел совещание о дорожных работах в столице Верхневолжья в текущем году и планируемых в ближайшие годы. Ремонт уличной дорожной сети областного центра будет вестись по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» в рамках финансирования по закону о статусе «Город воинской славы». Какие именно объекты будут приведены в порядок, расскажем в сюжете далее. В этом году по национальному проекту в столице Верхневолжья будет отремонтировано более 61,5 километра улично-дорожной сети, почти в 2 раза больше, чем в 2019 году. На эти цели заложено 840 миллионов рублей. Работы будут вестись во всех 4 районах города. В Заволжском планируется отремонтировать 18 объектов общей протяженностью почти 32 километра. Это Сахаровское шоссе, улицы Шишкова, Маяковского, Третьяковский переулок, Фрунзе, Кольцевая и ряд других. В Московском районе 14 объектов протяженностью почти 17 километров. Улицы Тамары Ильиной, 15 лет Октября, Ротмистрова, Тургенева, Московское летное поле, Южное, проезд от Московского шоссе к поселку Элеватор, межквартальный проезд и другие. Самое главное, необходимо обеспечить комплексность и полноту проведения работ. Мы говорили об этом с вами предыдущие совещание, что не просто нам необходимо что-то заасфальтировать, поменять покрытие, нам надо посмотреть, как мы можем комплексно синхронизировать и реализовать и безопасность дорожного движения мероприятия, включая освещение, ограждение, разметку, светофорное регулирование, и посмотреть, что еще можно сделать с улучшением транспортной доступности. Это остановки, это разъезды, перекрестки. Особое внимание губернатор обратил на состояние тротуаров в Твери. Данные социологии показывают, что очень большой запрос на приведение в порядок тротуаров. Это отдельная тема, которую бы я хотел, чтобы сегодня мы еще тоже рассмотрели. У нас есть объекты такие знаковые тротуарные по адресам города. А есть то, что можно будет дополнительно посмотреть в рамках подготовки и проведения работ. В ближайшие 3 года предполагается отремонтировать тротуары на центральных улицах города. Улице Советская, Волжскому театральному проезду, Свободному переулку, улице Дементьева и другим. Также запланировано устройство тротуаров из гранитной брусчатки. Губернатор отметил, что администрации Твери также необходимо уделить внимание озеленению города, ремонту фасадов зданий, развитию общественных пространств.